Батьківські поради. Будь-які батьки мріють про бездоганне здоров'я для своїх дітей. Звичайно ж, в ідеальному варіанті це взагалі ніколи нічим не хворіти. Та, на жаль, такий варіант неможливий. Єдине, що можуть зробити батьки, це звести до мінімума будь-які хвороби і уникнути ускладнень. А для того, щоб було менше захворювань, потрібно, щоб був міцний імунітет. Адже саме міцний імунітет – це заполука міцного здоров'я. Давайте поговоримо сьогодні про те, як саме можна зміцнювати імунітет дитини. Питаємося, як укріпляють? Продуктами в першу чергу. Здоровий клімат в кімнаті, в якій вона спить. Закаляємося, як би, ванни, як би, можна сказати. Приймаємо сьогодні, там, більш теплий, завтра чуть холодніше. Стараємося літом, звісно, на морі ходити, свіжий воздух, йод, який немало важен для імунітету діток. Овочі, фрукти, як би все по сезону. Зимой теж холодно, не холодно. Говорять, що там до определенного мінуса з дітками гуляти. Ну, це все неправда. Можна при любой погоді просто где-то теплее одеться, вийти на каких-то 15-20 минут, щоб ребенок подышал свежим воздухом. Ми сталкивались з формуванням імунітету проти ряду болезней, которыми занимается вакцинация. То есть мы вовремя проходим вакцинацию, сдаем необходимые анализы, чтобы организм мог выработать иммунитет против тех болезней, с которыми мы еще не встречались. В общем, мы особо ничего такого не делаем, просто соблюдаем правильный режим сна, ложиться не позже 10 часов, вставать рано. Также это сбалансированное питание и контролировать ребенка, чтобы у него был правильный стул, то есть чтобы правильно работал желудочно-кишечный тракт. Вот если есть с этим какие-то проблемы, нужно сразу обратиться к врачу. Лично мое мнение это... Чтобы укрепить иммунитет ребенка, в первую очередь, это грудное молоко, грудное вскармливание. Мы кормились 2 года, поэтому это уже огромный иммунитет на будущее ребенку. Ну, также еще, конечно, очень многое зависит от погоды в доме. Если родители постоянно ссорятся, ругаются, то, естественно, ребенок тоже переживает, нервничает, боится. Ну, у меня подружка-психолог, и она говорит, что, конечно же, очень многое зависит от погоды в доме, да? Если родители постоянно ссорятся друг с другом, выясняют отношения, то, конечно, ребенок переживает, нервничает, боится. А страх понижает защитные функции организма ребенка, еще не окрепшего организма. Питание – очень важная составляющая для формирования и действия иммунной системы. С самого рождения ребенка – это очень важный механизм, который способствует хорошему старту и хорошей отсутствию заболеваний, отсутствию каких-то проблем с обучением, проблем с последующей работой, так далеко даже заходя, можно сказать, что это все формируется в раннем детстве, и речь идет именно о грудном вскармливании. Потому что все составляющие, которые ребенок, это универсальный продукт, который подходит любому ребенку, и грудное молоко всегда хорошо и всегда правильно, и поэтому это важная составляющая, которая дает старт жизни будущей. Нужно в рацион ребенка включить такие продукты, как лук, чеснок, морковь, красную рыбу, миндаль, добавлять в кашу, в супы оливковое масло. Но желательно перед этим проверить на аллергии, нет ли аллергии у ребенка на эти продукты. В принципе, мы это все едим, кроме чеснока, пока не давали. Вот, и все у нас как бы хорошо. Мы начинали с овощей. Овощи, не фрукты, а овощи.
это по чуть-чуть, я уже не помню точно, какие именно в порядок, но помню, что это, конечно, цукини, это картошка, это морковка, это свекла попозже немного, ну, в принципе, овощи, а потом постепенно немножечко мяса, потом фрукты, фруктовое пюре. Ну, я только домашняя, только свое, ни магазина, ни детское питание, потому что очень много химии. Недавно мы стали принимать витамины, но они такие идут, как желешки, я не помню, как они называются, медвежата какие-то нарисованные там, упаковочка, медвежата, это, по-моему, так называется. Там комплекс витамина А, В, С, ну, короче, в принципе, все, что нужно ребенку, весь комплекс. Но эти витамины принимаются от 3 лет, а все, по-моему, витамины от 3 лет, но по одной, там, по одной, ну, они как конфетки идут, по одной конфеточке уже можно 2,5 года. Да, в принципе, все, ребенку особо не нужны, там все зависит от питания. А у ребенка должен быть режим, как бы приблизительно одно и то же время подъема, приблизительно одно и то же время приема пищи, это завтрак, обед, ужин. Да, где-то оно сбивается. Очень обязательно это обеденный сон. Это обязательно, что должно быть для ребенка, как бы. Как говорится, во сне дети растут, укрепляются, веселят. Ну, я не могу это. И на ночь обязательно тоже приблизительно в одно и то же время. Чем больше ребенок спит, тем здоровее нервы у родителей, можно и так сказать. А если мама спокойная, соответственно, меньше срываются на детках где-то по пустякам, и, соответственно, они по-другому уже развиваются, меньше нервничают, плачут, что немаловажно. Питание должно быть правильным и рациональным. Это не соблюдение каких-то определенных диет, это вот действительно правильное рациональное питание. Что оно под собой подразумевает? Определенный набор продуктов, которые содержат белки, жиры, углеводы и в том или ином количестве и микро- и макронутриенты, они должны поступать обязательно в организм ребенка. Как правило, это обычно несколько групп продуктов, которые обязательно должны в рационе для правильного питания, для правильного формирования и в той же степени иммунного ответа. Это рыба, это мясо, это яйца, сардельки, сосиски, какого бы они хорошего качества не были бы, применяться в детском питании не должны совсем и не рекомендованы для детского питания, ввиду большого содержания соли и различных веществ, которые входят в составы, начиная с глютамата натрия, заканчивая всеми стабилизаторами, которые применяются в данной продукции. Второе, это обязательно кисломолочные продукты, то источники кальция, источники лактобактерий. Лучше, если это будут натуральные йогурты, кефиры, кисломолочные сыры и так далее. Это ребенок должен получать ежедневно, желательно 2 раза в день, ну, как минимум. Для укрепления иммунитета, ну, в первую очередь, конечно же, грудное вскармливание. Естественно, меньше стресса, переживаний. Не только дома, но и в садике, и в школах. Меньше стресса от этого, дети болеют. Ну и, конечно же, закаливание, это дыхательная гимнастика, это бассейн, это также питание, очень важно. Питание желательно не магазинная химия, магазинная курица, а домашняя пища, естественно, желательно. Ну, в принципе, это все. Можно сказать, начинаем укреплять с рождения, свежий воздух. Свежий воздух не только на улице, но и в доме. Перед тем, как ребенок ложится спать, обязательно проветривать помещение, делать влажные уборки, чтобы не дышать этой, чтобы дитё меньше дышало пылью. Больше фруктов, витаминов. И пусть все детки будут здоровыми. Ну, мы, наверное, начали это с вакцинации, а дальше это правильное питание, сбалансированное. И рекомендации, придерживаться рекомендаций врачей. То есть не должно быть переохлаждений и также не должно быть перегрева. То есть не надо там много вещей одевать на ребенка, чтобы у него тоже перегрева не было. Температура в квартире должна быть 20-22 градуса. Желательно проветривать перед сном 30 минут. Но мы спим все время с проветриванием, всю ночь. Звичайно ж, найкращий спосіб зміцнити імунітет – це загартовування. Особливо, якщо загартовувати дитину з перших місяців від народження. Також неабияку роль у зміцненні імунітету відіграє правильне харчування.
Адже всі знають, що існують безліч продуктів, які позитивно впливають на організм людини. І такі продукти, які зміцнюють імунітет, також існують у вільному доступі. Та найголовніше – це все ж таки спадковість. Бережіть своє здоров'я, адже у здорових батьків народжуються здорові дітки –